На сайте Омского городского совета опубликованы предвыборные программы 12 кандидатов в мэры, допущенных до этапа собеседований конкурсной комиссии. Претенденты на кресло градоначальника все как один собираются увеличить налоговые поступления в бюджет и сократить расходы, решить транспортную проблему, заняться благоустройством и озеленением города. Некоторые предлагают повысить стоимость проезда, кто-то обещает приток инвестиций из Китая и США. 10 апреля конкурсная комиссия дополнит список кандидатов, допущенных до этапа собеседований, теми, кто предоставил недостающие документы. 14 апреля пройдут собеседования, по итогам которых будут отобраны два кандидата. На пленарном заседании 19 апреля Омский городской совет должен будет из двух представленных кандидатур выбрать будущего мэра Омска. Для победы кандидату необходимо получить 21 депутатский голос.